Дэн Крайзер представляет. Проект технического оснащения Дворца искусств в городе Термез, Узбекистан. Первый в Сурхандаринской области Центр искусств. В проекте использовано оборудование мирового класса от лидеров индустрии. Задействовано более 50 производителей оборудования из США, Европы, России и Японии. Театр оснащен более чем 100 тоннами технологического оборудования и полностью автоматизированной системой управления. Технологии для сцены. Сценическая механизация с автоматизированным управлением выполняет все необходимые и сложные манипуляции для достижения нужных эффектов в спектакле за считанные секунды, позволяя полностью менять декорационный план и убранство сцены. Совершенная система звучания позволяет ощутить звуковое сопровождение со всех сторон зала. Спереди, сзади или объемное звучание. Вы чувствуете полноту любого звука, от звона падающей иголки до двигателя реактивного самолета, ощущая эффект присутствия. Современное световое оборудование от известных мировых брендов позволяет зрителю почувствовать себя в совершенно другом мире, созданном фантазией режиссера. Дополнительные эффекты — дым, снег, туман — также дополняют спектакли и создают нужную атмосферу, придавая постановке динамику и реалистичность. Автоматизированная система управления позволяет за считанные минуты создавать сложные и гибкие световые программы для любой постановки. Дополнительные эффекты и трансляцию любых видеоизображений позволяет реализовать проекционная система. Технологии для зала. Просмотр спектаклей на иностранных языках с помощью современной конференц-системы с синхронным переводом на 12 языков. Собственная студия звукозаписи оснащена современным звукозаписывающим и звуковоспроизводящим оборудованием. Здесь созданы все условия для создания любых дополнительных эффектов и оригинального музыкального сопровождения постановок. Театр в городе Термез. По-настоящему современный театр, в котором технологии служат искусству. Благодарим за внимание.